Пришли сюда мы малышами, держа в руках цветов букет. А папы, мамы волновались, давали мудрый нам совет. Но время быстро пробежало, и повзрослели мы чуть-чуть. А так хотелось детским взглядом на школу нам еще взглянуть. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Школа, школа, учителю доски. И твоей любовью мы согреты. Школа, школа, двери распахни. Школа, школа, уроки, перемены. Школа, школа, учителю доски. И твоей любовью. Здравствуйте, дети! День необычный сегодня на свете. Музыка всюду, улыбки и смех. Школа открыла двери для всех. И не грустите, девчонки, мальчишки, по играм, затеям и сказочным книжкам. Со школьной жизни все начинается. В страну знаний мы отправляемся. Долгожданный день. А интересно, все ли здесь собрались? Давайте проверим. Старательные девочки здесь? Да! А еще громче можно? Да! А умные мальчики, да! Вы здесь? А еще громче? Да! А заботливые родители здесь? Да! Родители дружнее? Да! Ну что ж, все в сборе, можем начинать. Дорогие ребята, сегодня у вас торжественный и важный день. Вы пришли учиться в школу. Еще вчера вас называли детьми, малышами. А с сегодняшнего дня о вас будут говорить: этот ученик, ученица, школьники и школьницы. Сегодня, 1 сентября 2020 года, вы пришли в первый класс. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, объявляется открытой. Россия, Россия, держава великая! Родная, могучая и многоликая! В тебе вдохновение и жизни исток, а школа родная — твой островок. Пусть сердце громче стучит, гимн нашей великой России звучит. Уважаемые работники образования, школьники, студенты, поздравляю вас с Днем Знаний. 1 сентября – один из самых светлых и добрых праздников, объединяющих все поколения. Это символ начинаний, перспектив и новых возможностей. Все мы помним то незабываемое чувство, с которым в первый раз переступили порог школы,
Помним своего первого учителя и школьных друзей. Особо волнителен этот день для первоклассников, которых у нас более 1600. Для них начинается новый жизненный этап, полный удивительных открытий и интересных встреч. А для выпускников этот учебный год станет определяющим в выборе профессии. Праздничный день сегодня и у родителей учеников, и у работников образования. Признателен всем, кто помогает создавать необходимые условия для организации успешного образовательного процесса в нашем городе. Желаю всем доброго здоровья, бодрости духа, исполнения намеченных планов, оптимизма и удачи. Пусть этот школьный год станет для вас интересным и плодотворным. Дорогие ученики и родители, уважаемые преподаватели и ветераны педагогического труда, 1 сентября – это символ добрых начинаний, смелых экспериментов, открытий и свершений. Искреннее пожелание удачи и успехов всем ученикам, особенно первоклассникам, которые делают самые первые шаги на полном открытии и свершении пути. Впереди у каждого школьника месяцы серьезной работы, получения интересных и полезных знаний, достижения определенных целей, но и вместе с тем это время успехов и благодарных воспоминаний на всю оставшуюся жизнь. Дорогие учителя, воспитатели, преподаватели, административные и технические работники образовательных организаций, именно вы искренне и с благодарностью дарите ученикам теплоту своих сердец, с удовольствием делитесь с ними своими знаниями, идеями, способствуете формированию характера и жизненных ценностей. Желаю всем вам настойчивости, выдержки, реализации намеченных планов. Родители, желаю мудрости, сил, воспитания достойного поколения, радости всем, гордости и успехов за своих детей. Пусть учебный год станет успешным для всех. С праздником, с Днем Знаний! Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги. Я от всего сердца поздравляю всех нас с началом нового учебного года, с Днем Знаний. Это необыкновенный праздник. Праздник нашего будущего, праздник нашей надежды. Особенно волнительный он сегодня для первоклассников. Дорогие ребята, вы пришли в хорошую школу. В школу, в которой сложились свои традиции. В школу, которая может гордиться своими результатами. И мы очень рады встрече и знакомству с вами. И вот с сегодняшнего дня мы вместе будем открывать страну новую для вас, новую планету школы. Мы будем узнавать новые для вас предметы и делать в них открытия. Мы научимся выполнять правила школьника, которые помогут вам организовать ваш учебный день. У вас все получится, потому что все взрослые будут рядом с вами. И я желаю вам легкой и очень увлекательной учебы. Уважаемые родители, бабушки, дедушки, вот теперь вы часть нашей лицейской семьи. Без вашего доверия нам, без вашего личного участия в нашей школьной жизни успех ребенка невозможен. Я очень надеюсь на наше с вами плодотворное сотрудничество. Уважаемые коллеги, благодарю вас за ваш профессионализм, за доброту души, за преданность делу, которое вы однажды выбрали. С вами очень просто и результативно решать все задачи. Сейчас прозвенит первый звонок. Он возвестит о том, что первый А-класс открывает свою страницу в летописи нашего лицея. Что?
что начинается новый учебный год, и каким он будет, все зависит от каждого из нас. Потому что наш общий успех, он всегда складывается из успехов каждого учителя, ученика и родителя. В добрый путь, лицей. На сцене Елизавета Эйсман «Летим высоко». Алина, вот я думал, 1 сентябрьское утро, оно несет в жизнь что-то новое. Это ведь начало большого пути для наших первоклассников. И старт последнему учебному году для нас, 11-классников. Вы, первоклассники, и вы, родители, отправляетесь в долгое, но очень интересное путешествие в страну знаний. Как путешественники во время путешествия совершают открытие, так и вы каждый день будете узнавать что-то новое и делать для себя удивительные открытия. А помогать вам в этом будет ваш первый классный руководитель Валентина Владимировна Бородина. А также и другие взрослые, учителя, родители, администрация школы, города, округа. Вот и сегодня вы получите подарки от депутата Думы округа, председателя комитета Думы Хакамадзийского автономного округа Югры по законодательству, вопросам государственной власти
и местному самоуправлению Семенова Владимира Николаевича. На дворе веселый смех, утро ясное, настроение у всех первоклассное. Первоклассные шары в небо просятся, первоклассные детворы стайки носятся. Из динамиков звучат песни разные, представляешь, все вокруг первоклассные. Первоклассные банты, ранцы, юбочки, первоклассные цветы, дети, клумбочки. Первоклассники, денек намечается, пусть же первый наш урок не кончается. Ждут тетрадки, дневники, игры, праздники. Вы теперь ученики, первоклассники. Дорогие наши первоклассники, а теперь мы с радостью послушаем вас. Всегда вам поможем, всегда защитим.
В обиду мы вас никому не дадим. Ребята, вам посчастливилось попасть в замечательную школу. Теперь она будет вашим вторым домом. Мы принимаем вас в нашу дружную семью! Ребята, нам кажется, что вы сегодня очень радостны. И мы попробуем отгадать, почему. Если мы угадаем, то вы хлопнете в ладоши. Понятно? Вы сегодня очень нарядные и красивые. Не слышу, давайте дружнее. Вы сегодня в первый раз пошли в школу. Вы стали школьниками. Вы встретились со своей первой учительницей. Давайте все вместе дружно похлопаем в ладоши и поздравим друг друга с тем, что стали первоклассниками. Лори, ко мне! Кому сказала? Да у меня и там две. И третью надень. Руки. Безопасность прежде всего. Уважаемая, вы кто? Как кто? Я Шапопыля. А это моя крыса Лариска. И она хочет пойти в первый класс. А я как законный представитель против. Дорогая Шапопля, а почему же вы против? У нас самая лучшая школа и самые добрые, понимающие учителя. Да в этом-то я не сомневаюсь. Меня пугает другое. Кругом вирус, самоизоляция. А у вас тут что? Скопление народу. Милая Шапопля, здесь вы можете быть абсолютно спокойны. Мы соблюдаем все рекомендации Роспотребнадзора, родители, индивидуальные средства защиты. Точно все! Молодцы, молодцы! Все присутствующие соблюдают социальную дистанцию. Ага, это мы сейчас и проверим. Лори, за мной! Полтора метра есть. Молодцы. А вы вот там правее. Пойдем со мной. Вот. И тут тоже. Молодцы, не обманули. Лори, ты не передумала? Тебе вот оно надо. Цифры считать, буквы писать. Точно хочешь? Конечно, надо. Я хочу быть умной и образованной. Ну ладно, вижу, люди здесь умные, образованные. Тебе здесь будет хорошо. Ура! Ребята, а у вас же сегодня праздник? Вы первоклассники? Да! А ну-ка громче! Да! Ой, молодцы! А вы знаете, что на праздник положено приходить с подарками? Вот и я приготовила вам несколько очень полезных советов. Вот слушайте. Если спросят на уроке, где домашнее задание, отвечай, что отвечала и в дремучий лес ушла. Ой, ну вот еще. Закрывайте уши ватой перед 1 сентября и спокойно на уроках отдыхайте в тишине. Тетушка, ну что вы такое говорите? Да ладно. Сейчас у вас есть уникальная возможность загадать самое заветное желание. И поверьте, оно обязательно исполнится. Смотрите, ребята, это волшебная ткань. А чтобы желание исполнилось,
Вам нужно закрыть глазки и его загадать. Пока волшебная ткань будет прилетать над вашими умными и красивыми головами. Закрывайте глазки. Подходим к учительнице и строимся по парам.